Традиционный праздник Ураза-Байрам отметили мусульмане всей страны. Это один из важнейших дней в исламе, знаменующий окончание священного месяца Рамадан. В парке культуры и отдыха Малаховки прошла праздничная молитва. Возглавил намаз имам-хатыб Люберецкого округа Рамиль Рахманкулов. Парк культуры и отдыха стал уже традиционным местом сбора мусульман на праздник Ураза-Байрам. Туда десятки верующих стали приходить с самого утра, чтобы совершить праздничный намаз, знаменующий окончание поста. Молебен начался с такбира, восхваления Аллаха. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илляха илляллаху, Аллаху акбар. Ураза-Байрам – это праздник разговения. Длится он 3 дня. На протяжении этого времени мусульмане просят друг у друга прощения, стараются помогать нуждающимся, напоминают тем самым о вечных и общепринятых нормах – добре, сострадании и помощи. Это серьезное испытание для многих людей, особенно для тех, кто вот в первый раз держит. И тот, кто выдержал это, он понимает, что он перешел на новую степень своего существования. И кроме этого, нужно наделять теми благами, которые Всевышний наделил нас, наделять тех, кто беднее нас, кто нуждается в еде, в питье, чтобы они тоже почувствовали вкус и сладость этого праздника. Традиции празднования этого дня начинаются еще с 7 века, со времен пророка Мухаммеда. Считается, что именно в месяц Рамадан было ниспослано священное писание – Коран. Поэтому для многочисленных верующих мусульман это не только один из главных месяцев, но и один из важнейших праздников духовного совершенства. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.